скукоженных движений. А на площадке Дарья Сергаева, Россия. 19.7 за первый вид упражнений. Очень интересно работать с предметом, очень виртуозно Даша владеет. Я уже говорила, что она очень технична, она чувствует предмет. Я думаю, что ей это передается из поколения. Даша представительница династии художественной гимнастики. Ее тренирует бабушка Тишина Наталья Борисовна. К сожалению, мы видели, что булава отбилась от ее тела, она не смогла поймать ее. А ее мама, Татьяна Сергеева, работает со сборной России в групповых упражнениях. Очень сложный элемент выполнить, Даша, по работе с предметом. Красивое такое упражнение мне было с ее телом. Было очень приятно видеть Дашу в таком исполнении. К сожалению, была небольшая потеря, но она была небольшой. Надеемся, что оценка будет высокой из-за того, что у нее большая сложность предмета. Но, видимо, отбилась булава на плечо. Не удалось ей сделать мастерство, которое было запланировано.